Альфа-Хука Model S. После основного обзора захотелось шорты немножко пройтись по плюсам этого кальяна, и давайте начнем уже по порядочку. Достаточно интересный и симпатичный дизайн. В целом кальян выглядит дорого-богато, даже несмотря на свой ценник в 13 тысяч рублей. Есть разнообразие накладок. В принципе, вот эти вот верхние накладочки, которые у меня сегодня из красного цвета, вы можете заказывать отдельно на сайте, тем самым кастомизируя свой кальян. За кастомизацию однозначно лайк. Смещенная центральная шахта, которая создает у нас переходной внутренний диаметр в основании, что позволяет нам сделать тягу здесь немного более плотненькая, особенно с использованием колбы колокол, где можно регулировать затяжку именно уровнем воды. Ну и очень даже симпатичненькое блюдце, что я считаю тоже несомненным плюсом. А в следующем рилсе мы обязательно обсудим его минусы.